Всем привет-привет! С вами Растишка Труфишки. Веет осенней прохладой. Цветет герань. Мулин Руж. Микс вот такой у меня в бочках. И греется кот на солнышке. Вороны, галки собираются в стаи. Кучкуются. Да, несколько дней, и у нас будет сентябрь, осень. А я иду в теплицу показать вам свой урожай этого года. В ящиках у меня сбор с открытого грунта. Томаты начинают спеть дружненько. Были зеленые, сейчас краснеют. А здесь у меня на солнечной стороне сегодня утренней томаты. Вот он, красавец. Парпора черри. Спеет дружненько кисточка. Ну что-то нынче он мне короткие кисточки выдал. Они вообще длинные должны быть. Сантиметров 50-60 кисть такая. И все с такими вот томатиками ровными. Но томатик достаточно крупный. Видите, какой он выровненный. Томаты сладкие, вкусные. Вот спеет самого низа. И еще даже не переспевает, не портится. И дружненько идет до самого верха кисточки. И все краснеет, краснеет и краснеет. Как рябины. Ну, какая прелесть, правда? Я снимаю эту сторону, так как сейчас утром солнышко светит с этой стороны, и хорошо видно. Ничего не затеняет. И они прям горят, горят томаты. Вот он, томат Калиос. Очень мощный томат. В этом году тоже выдал мне очень хорошие томаты, крупные. Вот она, самая первая нижняя кисточка. Сейчас я маленько обойду. С этой стороны. Здесь у меня перчик загораживает, мешает. Вот она, кисточка. Так, сейчас мы листочки оборвем, чтобы ее было видно. Вот она, кисть. Самая первая кисть завязи. Видите, какая она? И вот она спеет и висит. Калиос. Ну и, конечно же, корнабель. Сумасшедший корнабель. Нынче он опять меня поразил урожаем. Да еще каким урожаем. Выдает вот такие экземпляры интересные томатов. Вот таких полуплоских томатов. Вот еще такая же, нет, эта перчина висит. А здесь уже кисточки красные. Вот идут с самого низа. И пошли до самого верха вязать завязь. Вот таких крупных, полноценных томатов. Такая зеленая кисточка. Смотри, какая томатина здоровая висит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, такая кисточка вот с тремя томатиками. Перцами. Как-то вынесла на рынок. Люди проходят мимо, думают, это перец. И так удивляются. Томаты. Потому что как-то есть томаты удлиненные, там сердцевидные, перцевидные, но не такие же. Бомба, как перцы. Вы посмотрите, какая страсть висит. Ужас. Это грамм 500 точно в томате есть в одном. Это неимоверные, неимоверные томаты. Посмотрите по руке, если какая она здоровая. Перчина вот такая томата, да? Ну и полный, конечно, мякоти. Очень полноценной мякоти. Вкусный томат. Но нынче много вот таких вот интересных томатиков. Вот тоже плоский. Очень много в прошлом году не было. Вот тоже плоский висит зеленый томат еще. Изумительно красивый томат. И
все вяжет до верха. Хотя макушки им прищипывало. Они все равно успели уже напустить опять пасынки, и они опять цветут. Бешено цветут. Ну, это уже поздняя зависть будет. Она уже, можно сказать, не завяжется у нас. Идут ночные холода. Очень холодно сегодня было. Плюс 7. Вот еще один такой томат. Смотрите, какой здоровый. Плоский. Там дальше еще больше таких. Вот они пошли, томаты. Еще. Еще вот такой куст. Вот два ствола идут они. Урожай. Вот еще такой томат здоровый. Смотрите, какой мощный. Но это же неимоверные томаты. Это вообще что-то. Это что-то. И краснеет в перемешку с зелеными. Эта сторона хорошо сейчас освещается солнцем. И хорошо видно. Даже в листве. Вот еще один такой томат уже начинает спеть. Ой, красавец, на ладони не помещается. Вот еще один такой плоский. Похож на томат Акватерме. Ну, с чем-то же и скрещивают их. Получает такой гибрид. И он потом выдает экземплярчики интересные. Вот кисточка спеет красная. Там тоже в листочках прячутся в глубине. И мы потихонечку подошли к томату Пинхорн, который я нынче рекламировала, как новинка для меня. Да, первый год я его посадила в теплице. Сорт детерминантный, низкорослый, 50-60 сантиметров всего высоты. Так он себя и показал, какой он есть. Он дальше в высоту не растет, вершкуется цветочной кисточкой и завершает рост. Наращивает пасынков, сколько ему нужно. И завязывает плоды. Вот такой кучкой, кочкой он у меня нарос. Вот уже кисточка здесь полегла, мы ее обобрали. Вот здесь один кустик. Уже переспевать начал. Ранний сорт. Томат розовый. Но тоже аналог карнабеля, только розового цвета, низкорослый. Если карнабель у нас высокий, до самого потолка идет, то этот сорт Пинхорн, он низкорослый. Вот такой урожайный сорт. Томаты очень мясистые, сладкие, розовые. Вот 4 кустика у меня в теплице. Вот еще один кустик лежит, поднять страшно его. Весь в томатах. И полег. От тяжести скатился со столбика. Вот такие полноценные томатики. Крупные очень. Я бы сказала, крупные, да.